Всем привет! Пишу видео о том, как исправить проблему с OBS студией, когда она не захватывает экран, черный экран. Ответ я нашел, можно сказать, вот здесь. Вот есть такое видео, вот есть автор Алексей Дао, в котором он советует следующее. Но мне это не помогло, но я просто покажу вам, чтобы быть честным. Ему помогло следующее. Он выставил запускать от имени администратора, то есть правой кнопкой на ярлычке OBS Studio, и установлено у него Run this program, или запускать эту программу в совместимости с Windows Vista. И это многим помогло, многим, судя по комментариям, очень многим помогло, но не таким, как я. Мне это все равно не помогло. Что помогло мне? Так, сейчас, вот, чтобы не обманывать вас, вот вы видите. Мне помогло следующее. То есть у меня дальше оставался черный экран. Мне помогло следующее. Если у вас NVIDIA, клацаем на вот этот вот значок, у вас должен быть сервис NVIDIA-евский. И в этом сервисе нужно выбрать Manage 3D Settings, выбрать программы. То есть NVIDIA делает какие-то преднастройки для программ. И сейчас выбрать, найти вот здесь сюда Open Broadcaster Software и установить Integrated Graphic. То есть у меня здесь NVIDIA-вская карта стоит, а встроенная, понятное дело, ну как бы NVIDIA-вская тоже встроена. Короче, Integrated Graphic, то есть или Intel Graphics, или еще что-нибудь. И после этого у меня все начало работать. Экран начался захватываться. Ну, на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем и все такое. Всем пока.